3 недели остаются до 1 сентября. В предстоящем учебном году в Чувашии откроются две новые школы. Начальная в Ядрине и школа в микрорайоне Волжский 3 в Чебоксарах. По срокам сдачи этих объектов вопросов нет, в отличие от ряда строящихся детских садов. В зоне риска сейчас находятся 9 садиков в новых микрорайонах Чебоксара, Новочебоксарска, поселке Сосновка, городе Цивильске и в деревне Большой Катрасе Чебоксарского района. Там серьезное отставание от графиков, и заказчики были вынуждены найти новых подрядчиков. Детский сад на 250 мест в микрорайоне Университетская 2. Значит, первоначально был заключен контракт с компанией «Стройиндустрия», расторгнут был 20, и заключен новый контракт 5 августа 2019 года с компанией «Медведевская». По самым сложным детским садам действительно контракты мы расторгли. Нужно отметить, что мы изначально, конечно, ставили короткие сроки исполнения контрактов. Где-то это было 8 месяцев, где-то 10, где-то 11, хотя нормативный срок – это 1,5 года. Но подрядчики, которые участвовали в торгах, они должны были оценить свои силы и возможности. Сегодня не все справились. Новые подрядчики должны сдать объекты до конца года. Проектная документация по детскому саду в столичном микрорайоне «Серебряные ключи» сейчас на госэкспертизе. Решаются вопросы о его исключении из национального проекта. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, «Республика».